Жеребьевка как таковая состоялась, как она состоялась и через сколько планируются первые матчи в Кубке и как они будут проходить? Значит, Кубок у нас стартует 25-26 числа, то есть через одни выходные, стартуют все лиги, все четыре лиги будут играть, соответственно, команды, которые будут играть на Кубок, не будут играть в чемпионате. Вот есть ли некоторые команды, которые могут еще... Да, мы сегодня объявили на жеребьевке о том, что команды только за, о том, что если команды, там есть 7 команд, 9 команд, то есть не парное, что парное число, если еще одна команда добавится, одна или две команды, то мы их добавляем в предварительный этап. Спасибо.